Всем привет, меня зовут Катя Ветловская, и сегодня мой 4-й день в Хабаровске. Предыдущее видео вы можете найти у меня на канале. Сейчас я еду на детскую дальневосточную железную дорогу. Вот так выглядит вход на станцию. Здесь есть общая информация и расписание движений поездов. На территории есть небольшой парк, где можно посмотреть вагоны, другие поезда. Есть фонтанчик, беседки и зона ожидания состава. Я нашла кассу, и здесь есть табло с актуальными ценами на поездку. Взрослый билет стоит 200 рублей, детский билет стоит 150 рублей. До отправления поезда у меня было время, поэтому я решила прогуляться по территории и полазить, посмотреть, что тут вообще есть. Если вы всегда хотели посмотреть, что же там под поездом, вот показываю. Вот здесь потолочек такой. Всякие штуки непонятные. Это настоящее здание вокзала, где все сотрудники, машинисты, проводники, операторы, дети. Внимание, уважаемые пассажиры, с восточной стороны вокзала на территории вокзала прибывает поезд номер 113. Будьте осторожны, пожалуйста, следите за графиком. Повторяю, на станции Веневка прибывает детский поезд. Будьте осторожны. Поезд прибыл, он будет стоять на станции 15 минут. Сейчас его осматривают и готовят к следующей поездке. Хорошо. Здравствуйте. Спасибо. Так, вот мы прибыли на вокзал. Станция Юбилейная, то есть мы от Пионерской до Юбилейной примерно доехали за 8 минут. Здесь сейчас 10 минут стоим, ребята все проверяют, и мы едем обратно. Развернется через эти двойные пути и пристыкуется обратно. Так, ну что ж, я вышла сейчас из поезда. Мне очень понравилось. Это детская железная дорога. Здесь маленькие вагончики. Здесь работают дети. Сейчас. Здесь работают дети. Здесь объявляют тоже дети. Машинисты дети. И проводники, и проводницы тоже подростки, дети. Это классно, это здорово. Они учатся. Здесь у них... Ну, здесь кружок, бесплатный кружок.
Вот, мы доехали от одной станции до другой станции, там 10 минут была у нас остановка, и мы опять приехали на станцию Пионерская. Вот, так что просто я советую к посещению. Я до конца не была уверена, что эта железная дорога открыта, потому что что-то как-то и отзывы странные, и на сайте странно. Нет, все работает, все открыто. Взрослый билет стоит 200 рублей, детский билет стоит 150 рублей, поэтому приезжайте в Хабаровск на детскую железную дорогу. Сейчас вот как раз он будет отстыковывать свою, в общем, первый кусочек, вот сейчас проедет за мной. И потом пристыкуется к другой стране, чтобы уже поехать опять на станцию Юбилейную. На этом мое путешествие по Хабаровску почти закончено. Почти, потому что я сейчас направляюсь в магазин, где накуплю всякой всячины, японской, китайской, конфеты и все, что мне понравится. И потом буду уже собираться, чтобы лететь домой.